Представьтесь, пожалуйста. Ну, я родом из Жабинки, меня зовут Каролина. Приехала в Тяньцзинь, в индустриальный парк компании Тяньши. Очень сильно вдохновлена этой идеей. Не знала, что это так масштабно, что это так красиво. Меня охватывают эмоции, не могу сказать что-то прям четко. Вот. Сейчас мы находимся вот на экскурсии. Здесь проходят разные и фотосессии, рассказывают про историю компании. Я в восторге. Меня зовут Мария Васильева. Я сама родом из Усолья Сибирского. Это вообще Иркутская область. Но я в Тяньцзине нахожусь уже второй раз. Первый раз была в 2015 году. И могу сказать, что второй раз вот сегодня, в 2024 году, он не менее такой яркий, запоминающийся, волнующийся. И я когда вот хожу, мне прям, знаете, такие вот чувства воодушевления, гордость за ту компанию, в которой я развиваюсь, потому что это очень масштабно. И вот находясь на производственных базах, гуляя по индустриальному парку, ты чувствуешь, насколько вот ты человек маленький по сравнению с тем огромным вообще гигантом компании, которая дает возможность многим людям, и мне в том числе, и вот человеку из моей команды, развиваться. Так что все очень классно, мы готовы покорять индустриальный парк. Супер, спасибо вам. Спасибо вам.